Welcome to Russian Cast, the place where you can improve your Russian through listening. Вы слушаете Russian Cast, подкаст для изучающих русский язык. Всем привет! С вами Антон из Санкт-Петербурга, и сегодня я снова расскажу вам историю. Это будет немного грустная история. История о том, как Юля болеет. Сначала вы услышите историю медленно, а затем с обычной скоростью. Юля болеет. Юля плохо себя чувствует. У нее болит голова. Она проснулась в 8 утра, и ей было очень трудно встать с кровати. У Юли заложен нос. Юля простудилась. Она звонит на работу. Она говорит, что сегодня не сможет прийти. Я заболела, поэтому сегодня не смогу прийти, говорит Юля. Юля мерит температуру. Температура нормальная. Юля берет домашнюю аптечку. Она хочет найти что-нибудь от головы. У Юли нет никаких лекарств от головы. Она звонит врачу, чтобы записаться на прием. Юля плохо себя чувствует. У нее болит голова. Она проснулась в 8 утра, и ей было очень трудно встать с кровати. У Юли заложен нос. Юля простудилась. Она звонит на работу. Она говорит, что сегодня не сможет прийти. Я заболела, поэтому сегодня не смогу прийти, говорит Юля. Юля мерит температуру. Температура нормальная. Юля берет домашнюю аптечку. Она хочет найти что-нибудь от головы. У Юли нет никаких лекарств от головы. Она звонит врачу, чтобы записаться на прием. Теперь послушайте эту историю от лица Юли. Я плохо себя чувствую. У меня болит голова. Я проснулась в 8 утра, и мне было очень трудно встать с кровати. У меня заложен... Продолжение подкаста можно послушать на сайте russiancast.ru. На сайте вы найдете текст истории, а также еще больше аудио с комментариями к истории и историю с точки зрения Юли. Также вы найдете PDF, грамматический комментарий и глоссарий на русском и английском языках. А на сегодня это все. Надеюсь, что вы все здоровы и не болеете. Берегите себя. До встречи в следующем выпуске Russian Cast. For the transcript of this podcast and extra materials, please go to russiancast.ru.